скейтбординга, потому что мы играли в игры, использовали дверные глазки как фишай-объективы. Мы снимали этих низких ракурсов на широкий угол. iPhone является чуть ли не самым важным элементом в моей работе сейчас. От раскадровок до каких-то, не знаю, монтажных эффектов. Мне нравится больше, наверное, даже петь, чем разговаривать. Когда я сажусь за клавиши, я первым делом включаю диктофон. Так классно, когда через какое-то время, когда ты очень устал, ты включаешь результат и понимаешь, что вау, что со мной было в этот момент, и куда вообще я отлетела, и как ко мне это пришло. Моя профессия – это дочка. Люди считают, что я режиссер, певица, актриса, фудблогер. Когда я снимаю кино, все через телефон. Ищу локации через телефон. Он всегда со мной, и он как мой парень. Смотрите вверх, а не вниз. И там, вот особенно в Москве, есть где вдохновиться. Я хочу научиться учиться. Но очень много скилла мне дает съемка на iPhone. Это просто, это удобно.